У здания мэрии состоялся митинг противников Наримана Тюлиева. Требование участников акции одно, чтобы Нариман Тюлиев покинул муниципалитет. На данное время митингующие разошлись. При невыполнении требований организаторы намерены продолжить протест завтра. В свою очередь, мэрия Бишкека официально заявила, что у них есть законный, исполняющий обязанности мэра столицы. Первый вице-мэр Нариман Тюлиев, который был назначен экс-мэром столицы Азизом Сурахматовым на законных основаниях.